Ну, конечно, заставило понервничать то, что вели 3-0, ребята как бы старались. И, конечно, некоторые грубейшие ошибки, которые мы просим не допускать. Ну, иногда допускаем, к сожалению, и пропускаем ненужные голы, и получается такая нервотрепка. Да не то, что хочется прижаться, а, конечно, хочется уже на ноль сыграть. Но я говорю, вот просто единственное, это молодежное, я говорю, еще хоккей, ребята бывают ошибаются. Кто-то уже понимает, они выполняют это задание, как бы, и стараются уже как бы по-взрослому перестраиваться, играть правильно. Где-то действительно просто сыграть в своей зоне, в средней зоне. А кто-то еще не понимает, они думают, то, что шайбу подобрать, всех обыграть. Ну, такое бывает только, может, раз, если получится за сезон, да и все. Не всегда такое бывает. Иногда где-то можно и по схеме сыграть.